Более чем за 80-летнюю историю компания «Норникель» накопила огромный опыт, не побоюсь этого слова «огромный», в поддержке спорта. Компания уделяет внимание как детскому спорту, начиная с создания детских спортивных площадок во дворах. Она поддерживает студенческий спорт. Компания, являясь партнером Олимпийского комитета России, оказывает содействие развитию спорта высших достижений. Поддерживает олимпийское образование путем взаимодействия с Российским международным олимпийским университетом. На территории Красноярского края расположена основная площадка компании «Норникель», это заполярный филиал. В 2019 году, в марте, край примет впервые в России зимнюю универсиаду. Поэтому компания, понимая важность этого события для Красноярского края и в целом для нашей страны, не могла остаться в стороне. Компания является генеральным партнером предстоящей универсиады. Впервые в жизни прикольно, факел красивый, как бы погода хорошая, немножко холодновато, и когда бежишь, он тебя даже согревает немножко. Вот, поэтому такие эмоции только позитивные, положительные, и приятно быть частью большого события, которое состоится в России в следующем году. Очень здорово, что вот пригласили на такое мероприятие, и прям вот excited. Мой студенческий спортивный период, самое главное было найти баланс между учебой и игрой в баскетбол. И, скажу честно, не всегда учебу перевешивал. Вот, мы много времени проводили в баскетбольном зале. И, ну, как у всех, наверное, воспоминания о студенческих годах самые хорошие, самые лучшие. Вот, МГУ, журфак. Университет в Красноярске, и первую игру мы тоже играем там же. Вот, ну, город отличный, могу одно сказать. Я не сомневаюсь, что город справится с этим событием, давно готовится, и все пройдет на 5 или 10 баллов. Не знаю, какая там система оценки.